Начиная с субботы, больше не нужно будет носить маски на открытом воздухе. Сохранится требование соблюдать дистанцию в 1,5 метра, где маски остаются обязательными. В общественном транспорте, в самолетах, в местах общего пользования, то есть на дорогах и площадках, на территории кладбищ, мест стоянки транспортных средств, а также в подъездах, лифтах или подземных гаражах, на предприятиях, если в комнате находится больше, чем один человек, в зданиях общественного назначения, предназначенных для государственного управления, юстиции, культуры, религиозного культа, освящения, высшего образования, науки, образования, здравоохранения, социальной или социальной поддержки банка, торговли, общественного питания, на рынках и почте, а также в ходе выполнения религиозного культа. Обязанность носить всюду маски была введена осенью прошлого года.